Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня продолжаем серию уроков, посвященных теме функции. Сегодня рассматриваем с вами квадратичную функцию. Функцию вида y равная ax в квадрате плюс bx плюс c, где a, b, c заданные числа и они не должно равняться нулю, называют квадратичной функцией. Графиком функции является парабола. Вот вида парабол, парабол нарисован на рисунке. Примеры квадратичной функции вы видите на экране. Везде присутствует у нас переменная x второй степени. Рассмотрим, давайте, формулу квадратичной функции. Чтобы найти вершину параболы, мы используем формулами нахождения абсциссы координаты вершины. Это x в буквой мы обозначаем, что это вершина, минус b деленное на 2 а Чтобы найти координаты Ординату y точки, мы должны будем найденные вершины абсциссу поставить в формулу заданной функции. И тем самым мы найдем ординату вершины. Областью определения квадратичной функции является множество всех действительных чисел от минус бесконечности до плюс бесконечности. Остановимся на основных моментах, которые встречаются при решении задач на экзамене. Рассмотрим коэффициент А. Называем старшим коэффициентом. Если а больше нуля то ветви параболы направлены вверх на примере мы видим что здесь при x квадрате коэффициент 0,5 на втором примере мы видим коэффициент при x квадрате равно минус 0,5 значит а меньше нуля поэтому ветви направлены вниз Ну теперь определим на данном примере какой какой знак имеет коэффициент а Ветви направлены вверх на рисунках А, Б и Д. Значит, А больше нуля. Ветви направлены вниз на рисунках В, Г, Е. Значит, у нас знак коэффициента А меньше нуля. Теперь рассмотрим коэффициент С. Мы называем коэффициент С свободным членом функции. Значит, представим, что мы хотим найти значение функции в точке x равное нулю. Для этого мы подставляем формулу вместо x 0 и получаем выражение, что y равно с везде вместо x поставили 0, здесь получаем 0. А что показывает число с? С показывает ординату точки пересечения параболы с осью y. Как правило, эту точку легко найти на графике и определить, выше нуля находится либо ниже нуля, то есть с больше нуля или с меньше нуля. Ну, теперь на примере рассмотрим. Видим, что у нас парабола пересекает ось y выше 0, то есть при с равном 3, при y равном 3, поэтому пишем с больше 0. На данном рисунке парабола ветвями вверх пересекает ось О ниже 0, то есть в точке 0 минус 3, в данном случае с равно минус 3, значит с меньше 0. Теперь, если с может равняться нулю. Равняться нулю, то парабола обязательно проходит через начало координат. Один пример этого, этой ситуации. Тогда у нас квадратичная функция принимает, допустим, вот такой вид. y равно x в квадрате плюс 4x, и с у нас отсутствует. Следующим, э, следующим ходом рассмотрим коэффициент b. Вершина параболы вычисляется по формуле. Мы сейчас ранее говорили, что по формуле минус b деленное на 2а. Отсюда мы с вами найдем b. Чтобы найти b, надо перемножить 2а на абсциссу x в это. Получается, на графике мы должны найти вершину параболы, определить, где она находится, левее, либо правее нуля, и знак ее абсциссы. Больше нуля x абсцисса, либо меньше. Ну, давайте рассмотрим на примере. На некоторых примерах здесь видим, что парабола ветвями вверх, значит у нас а больше нуля. Парабола пересекает ось ОУ, ниже нуля, значит с меньше нуля. Ну тогда смотрите, вершина параболы лежит у нас правее нуля, вот здесь вершина лежит, значит положительного знака, и тогда у нас b будет иметь отрицательный знак. Еще раз уточним, минус 2 мы умножим на положительное число, а умножим на положительное число а, в итоге мы получаем отрицательно. Поэтому мы говорим, что здесь b меньше нуля. Следующий пример. Парабола направлена ветвями вверх. Это означает, что у нас а больше нуля. Парабола пересекает ось ОУ ниже нуля, значит с меньше нуля. И вершина параболы теперь находится левее нуля, значит у нас абсцисса меньше нуля. Но тогда, чтобы найти, определить знак B, опять подставляем в эту формулу место А положительное число, место X отрицательное, и в итоге мы получим, что B больше нуля. И на следующем примере Ветви направлены вниз параболы, значит, вершина параболы находится правее нуля и пересекает ось Y выше нуля. Значит, что мы тогда имеем? А меньше нуля с больше нуля. И по той же формуле, что мы сейчас рассматривали с вами, вместо А подставим отрицательное значение, вместо Х положительное значение. В итоге мы B имеем со знаком плюс, то есть B больше нуля. B у нас может равняться нулю. Тогда вершина параболы у нас будет находиться на оси Y. Смотрите x будет у нас равен нулю, тогда b превратится тоже в 0 и лежит на этой оси. Но в зависимости от знака с у нас парабола будет находиться либо выше 0, либо будет находиться ниже 0. Ну, давайте рассмотрим следующий пример с экзамена. Дана функция y равно ax в квадрате плюс bx плюс с. И на каком из рисунков изображен график этой функции, если известно а меньше нуля, с больше нуля. Вспомним, если а меньше нуля, значит парабола ветвями вниз. Это у нас рисунок первый и второй. С больше нуля означает, что у нас график с осью y у пересекается выше нуля. Это у нас случай первый, значит ответ будет первый рисунок. Следующее задание. Вам дается график некоторой функции, и мы должны определить формулу этого графика. Какой формулы? Теперь смотрим внимательно. Парабола ветвями вверх, значит, у нас первый и четвертый случай сразу отпадают. Мы рассматриваем только второй и третий случай. Теперь смотрим. У нас вершина параболы находится левее это означает, что у нас x отрицательный, абсцисса отрицательный. Далее, если у нас а положительно, x отрицательно, чтобы найти b, помним, мы должны были умножить минус 2 на а и на абсциссу x, То есть получается у нас b положительное число. Значит у нас из этих э, случаев, двух случаев 2 и 3 с положительным b коэффициентом это формула вторая. Ответ будет номер 2. Для того, чтобы решить следующие задачи, нам нужно разобраться, где возрастает и убывает наша парабола. Если у нас парабола ветвями вверх, то наша функция убывает от минус бесконечности до абсцисса данной точки. То есть получается вот здесь, на примере абсцисса вершины минус 1, значит убывает от минус бесконечности до минус 1. И где возрастает, это от абсцисса вершины до плюс бесконечности. Это значит от минус 1 до плюс бесконечности. А если у нас ветви направлены вниз, то есть а меньше нуля, то в данном случае данная функция возрастает до абсцисса вершины двойки и убывает наоборот от 2 до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим э, следующее задание. Нам дают четыре графика функции, и мы должны найти на рисунке э, график функции y равная f от x, убывающей на промежутке от минус бесконечности до единицы. Обратите внимание на единичку. Здесь мы, как э, знаем, указывается абсцисса вершины параболы. Значит, среди этих графиков мы ищем э, вершину параболы, чтобы x было равным одному. Это случай А, и случай Б. Значит, В и Г у нас отпадают. По Теперь смотрим, убывающая функция, это значит у нас случай b, когда у нас Y э, функция убывает от минус бесконечности до вершины параболы, до единицы. Значит, у нас будет ответ случай Б. Следующая задача. Э Здесь изображен график функции квадратичной функции y равной ax в квадрате плюс bx плюс c. Надо найти значение b. Внимательно изучаем график. Мы должны здесь определить точки, координаты которых точно здесь определяются по клеткам нашей, нашего рисунка. Это 0, 2 по y, вершина параболы единица и 4 по y, и точка с абсциссой x и с ординатой 2. Тогда, зная координаты трех точек 0, 2, 1, 4 и 2, 2, мы составим систему уравнений по квадратичной э, функции y равная ax в квадрате плюс bx плюс и подставим координаты первой точки вместо x ставим 0. Вместо у – 2. Получаем следующее уравнение. 2 равно а умножить на 0 в квадрате плюс b умножить на 0 и плюс с. Точно так же вторую точку. Координаты 1, 4. Ставим вместо у 4, вместо их за единичку. Получается а умножить на 1 в квадрате плюс b умножить на 1 и плюс c. С. Теперь третья точка осталась с координатой 2, 2. Вместо y ставим 2, вместо х-двойку. И тогда после некоторых алгебраических преобразований мы здесь в первом уравнении получим очень просто с равно 2. Во втором уравнении вместо с поставим двойку вот здесь двойку, получаем, что а плюс b равно 2, и отсюда мы выразим а через b. То есть b перенесем вправо, получаем, что а равно 2 минус b. Тогда, зная, с равное 2, а равное 2 минус b, мы подставим значение в третье уравнение. Получается у нас... Выражение 2b после упрощения 2b равно 8, либо b равно 4. Задача решена. Мы нашли ответ B равное 4. Сегодня мы с вами рассматривали основные моменты, которые встречаются при решении задач на экзамен. Желаем всем успехов. До свидания.